Сегодня в Центральном суде Барнаула пройдет первое заседание по делу бизнесмена Александра Руденко. В октябре прошлого года он на своем внедорожнике врезался в автомобиль, в котором находились 5 человек. В результате столкновения трое из них погибли – женщина и две девочки 3 и 5 лет. Сам Руденко в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и в аварии почти не пострадал. Обвиняемого будут судить по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть 2 или более лиц». Подробности о заседании суда в нашем вечернем выпуске.